Всем привет! Вы снова на канале Ассоциация защиты животных. Сегодня мы поговорим с вами про купание улиток. Некоторые владельцы улиток купают своих питомцев постоянно. Во время этих процедур улитки вытягивают шею, и люди думают, что это им так нравится купаться. На самом деле они таким образом спасаются от опасности. В природе во время дождя улитки стремятся подняться вверх с земли, чтобы не утонуть. Купая улиток под краном, вы рискуете их уронить и разбить ракушку. Вода в кране чаще всего жесткая, и в ней есть хлор. Из-за этого на ракушке образуется налет. Также улитка может получить ожог от перепада температуры воды в кране. Поэтому купать улиток без необходимости не рекомендуется. Купание – это стресс. После него возможно ухудшение аппетита, отказ от еды, плохой рост, впоследствии отставание от роста, шрамы на ракушке и уход за виток. Однако, если ваша улитка сильно запачкалась, ее можно помыть, но только не под краном. Для этого нужно использовать кипяченую, фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Помните, что самое главное – поддерживать в террариуме необходимые температуру и влажность и хорошо кормить ваших улиток. Тогда они будут здоровые и красивые. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.